Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы с вами поиграем в Black Desert. Да не просто Black Desert, сегодня мы будем выполнять квест для получения 50-го левела. Как вы можете знать, мы можем прокачаться чистым гриндом лишь до 49-го, ну и 99% соответственно. Для того, чтобы перескочить этот порог, нам необходимо убить Вельморна. Выполнить один из последних призывов Черного Духа. Собственно, отправляемся туда. У меня немножко интерфейс сдвинулся. Да, это не страшно, я думаю. Я еще не выполнял этот квест ни единым из своих персонажей. Поэтому, собственно, ниндзя будет первым. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, у меня все получится. Поушенами я закупился. Но если учесть то, что всех боссов я выношу с одного бэкстеба, надеюсь, Вельморн будет посильнее. Но там написано, что это групповое приключение, а групповых боссов я еще не встречал. Посмотрим, чем это закончится. Интерфейс упоролся, конечно, в края из-за маленького разрешения, но да ладно. Мне он не нужен для этого боя. Просто стандартное разрешение моего экрана это 1440 на 900 точек. И когда я перевел его на 16 на 9, все стало куда прискорбнее. Ну да ладно, я не думаю, что для вас это большая проблема. Как и для меня, собственно. Я одет в сет Аджери. Ибо он считается универсальным, хотя лучше бы на рогу все-таки одевать грунил. Да ладно. За грунилом далеко возвращаться. Давайте уже покончим и посмотрим, кто же такой этот чертов Вельморн. Близится ночь. Это печально. Да, твою мать. Вызывай это дерьмо. Дукас. Ну вот и все. Прощай, Дукас. Ну вот и все, собственно.
Дальше нас ждут лишь специальные квесты, вызовы различных мудил. Ну, я думаю, на этом все. Ибо получить 50-й левел можно именно после убийства Вельморна. Что мы, собственно, только что и сделали. Босс довольно легкий, но со своей перчинкой. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Я думал, будет сложнее.